14 декабря Университет Лобачевского и Россотрудничество подписали соглашение, которое предусматривает организацию летних школ, стажировок, программ обучения русскому языку для иностранных граждан. Кроме того, студенты ННГУ смогут пройти практику в центральном аппарате и зарубежных представительствах Россотрудничества. Университет готов помочь ведомству в международных гуманитарных проектах, которые формируют во многом представление о России за рубежом. Как российский университет мы должны нести в мир российскую культуру, язык, русский язык, российскую, так сказать, словесность и многое-многое другое. И вот, собственно, предмет нашего соглашения во многом по духу, он вот такой, что мы определяем роль нашего университета как вот такого проводника российской культуры за рубежом, российской науки за рубежом, а Россотрудничество это одобряет, поддерживает нас, помогает нам в этом, в этой ситуации. Вот об этом.